Сейчас слово для приветствия я хочу предоставить первому секретарю посольства Исламской Республики Иран в Российской Федерации господину Ахмаду Хайдериану. Пожалуйста. Во имя Бога, знающего, всезнающего, я хочу всех вас, уважаемые преподаватели, уважаемые ученые, дамы и господа, вас всех здесь поприветствовать. Его превосходительство господин Саджади по причине сегодняшнего форума, который проходит в Москве, этот форум министров транспорта стран, членов организации Шанхайское сотрудничество. И поэтому он мне поручил принять участие в этом ученом собрании. Конечно, говорить в ученом собрании по философу, это похоже на то, что это похоже на то, что, так сказать, я хочу перевести улов из реки для, так сказать, того человека, который улавливает рыбу в океане. Мы знаем, что в человеческой жизни существует очень много вопросов. И возникают вопросы, откуда я возник, и зачем я здесь живу, и куда я, так сказать, ухожу. Это, знаете, все вопросы отвечают философы. И это похоже на один из крепких столпов духовной жизни человека. Вы знаете, слово «философия», вы прекрасно знаете, что это греческое слово, и говорят, что да, политика — это некая хитрость, а философия — это означает «любители науки». Это говорит о том, что те, которые занимаются философией, они на самом деле являются теми людьми, которые любят науку и стараются отвечать на вопросы, поставленные человечеством. Философия является... Главная задача философии заключается в том, что философия исходит из мысли, из мышления, и, как я сказал, отвечает на главенствующие вопросы, возникающие перед человечеством. И история философии, она очень глубока, и это и восходит к возникновению человечества. Она очень древняя. И философия до сих пор старалась отвечать на вопросы людей. Поэтому философия занимается различными направлениями, и в том числе философия и наука, философия и религия, философия и политика. И поэтому она занимается как бы различными направлениями и охватывает все различные спектры. И история философии, как я говорил, восходит к возникновению человечества. Но, во всяком случае, то, что я прочитал и о философии, философия делится на три, значит, части: философия Востока, философия Запада и исламская философия. И нет, и каждый, так сказать, каждый занимается определенным, так сказать, направлением этой философии. И нет философа, который бы не знал, как Платона, как Аристотеля, как Канта, и так сказать, восточных философов, как Конфуций, Лао Цзы, Будда, а также и исламских философов, которые вы прекрасно их знаете, как Фараби, Авиценна и многих других. Вы прекрасно их всех знаете. Во всяком случае, для того, чтобы... Я просто хотел искать повод для того, чтобы несколько слов сказать. Я здесь выражаю искреннюю признательность господину Смирнову, господину Хадави за то, что сегодня проводит такую конференцию. И хочу всех преподавателей, которые сюда к нам приехали, хочу искренне вас всех поблагодарить. И эта конференция, на самом деле, она очень ценна. И мы надеемся, что мы сможем извлечь пользу из ваших высказываний. Благодарю вас. Спасибо за внимание.
Спасибо, господин Хайдерян, за ваши теплые слова.